Про катаклизмы я рассказал, про наводнение рассказал. Сегодня у нас тема совсем другая. Мне подписчики задают какие-то вопросы. Там в комментариях, естественно, отвечаю. Но бывает, что они меня прям реально просят. Александр, а не могли бы вы вот прям тему бы сделать? И мы по этим комментариям сейчас пройдемся. А наболевшим, тра-та-та, вдруг у ваших тоже есть такой таракан. Поговорить с людьми вроде проблемы нет, а вот чтобы просто номер набрать, вот механическое действие, почему-то затык. И зависла я очень долго на 6%, прямо уже коронованный 6%. Не знаю, могу ли вообще к вам обращаться с просьбой о видео, что ли, на эту тему. Но если нет, то все пойму. В общем, со своим спонсором обязательно буду консультироваться. Вроде бы как в общении... У меня нет проблем, я так понимаю для себя этот вопрос. Общаюсь с людьми нормально, разговариваю. А вот чтобы позвонить и пригласить на встречу, там вот, я думаю, что это абсолютно распространенная ситуация. Как вы считаете, согласны? Кто согласен, что это вообще очень часто встречается и практически у всех, кто начинает этот бизнес, ну да, то у всех точно такая же тема. Поэтому здесь не совсем верно сказано, что это вот чисто механическое действие, типа набрать номер. Как раз таки там речь идет о том, что если ты просто общаешься в компании, то, как правило, ты не ставишь перед собой какую-то задачу в чем-то убедить людей там, или переубедить, или сделать какое-то предложение. Вот. А когда ты собираешься звонить, то ты прям конкретно напрягаешься из-за того, что у тебя есть внутренняя скованность и стеснение, как я буду это им предлагать, что они подумают, а если он скажет, что ему это не надо, и так далее, и так далее. То есть весь напряг, и вот это нужно просто разобраться. Я всегда за то, и повторяю это часто, я всегда за то, чтобы было осознавание. Вот когда мы осознаем правильно, что происходит, сам механизм, сам процесс, нам легче потом с ним что-то правильное делать. Здесь нужно осознать, что, во-первых, все наши страхи надуманные. Мы чувствуем себя скованно из-за того, что у нас не совсем верное позиционирование. Мы где-то внутренне подсознательно настроены неправильно, настроены на то, что мы сейчас будем от них что-то просить. То есть мы будем как бы просить их войти в наш бизнес или будем навязывать им что-то. Это все не более... Вот когда вы поймете, что это просто установки, это просто мысль. Вот бывает вирус, ну, в компьютере, да, компьютер работает, у него там разные программы, и раз одна программа вирусная, и вот эта вирусная программа начинает портить работу там всего компьютера. То же самое здесь происходит, это просто вирусная мысль, но если вы с ней разберетесь, вам обязательно нужно с ней, именно с этой мыслью разобраться. Вы поймете, ну, во-первых, вы поймете, что она вирусная, но еще важнее, вы поймете, что она ошибочная. То есть здесь нужно поработать со своей позицией, со своим мышлением и со своим отношением к тому, что происходит. Если я тоже точно так же, как вот женщина, которая спрашивает, я тоже стеснялся, у меня тоже были свои какие-то такие же тараканы, но я сам себя уговаривал. Я вам рассказывал, что я обычно вел разговор с самим собой такой убеждающий. И я сам себя убеждал, хорошо, а вот представь себе, сейчас ты ему позвонишь, он поймет тебя правильно, будет рад, и вы начнете сотрудничать. А через год он станет в два раза успешнее, чем ты. Вот ты станешь там платина, а он вообще бриллиантом станет. Кому он обязан этим своим счастьем? Кого он должен благодарить за это достижение? Конечно, тебя, то, что ты о нем подумал, и ты ему эту прекрасную идею, этот прекрасный инструмент принес. Потом говорю себе, сколько таких историй ты слышал на семинарах? Сколько ты слышал миллионов раз, когда люди искренне, прямо от всего сердца, очень эмоционально благодарят своих наставников, говорят, как я благодарна своему спонсору, что он включил меня в свой список имен, что я была у него в списке. Как я благодарна своему спонсору, что он не решил за меня, а решил все-таки или решила мне позвонить. И вот такими доводами, такими аргументами я начинаю перестраивать свое искаженное, исковерканное представление о том, что сейчас происходит, на правильное. То есть я начинаю убеждать себя, что я человеку даю шанс. А сомневаемся ли мы, что это реальный шанс? Вот сомневается ли кто-то из вас,
что шанс, который мы предлагаем, он какой-то там левый, серый или нереальный. Никто не сомневается, правда? Мы не можем сомневаться, потому что мы знаем, что это наиреальнейшая бизнес-возможность, ей 60 с лишним лет. Мы своими глазами видели людей, которые на моих глазах многие начинали с нуля и становились и бриллиантами администраторами и так далее. То есть мы видели живые истории, ненадуманные. Мы с вами четко знаем, сколько компаний инвестируют в науку, что это за продукция у нас, что она безупречная. То есть когда вы начинаете вести вот такой, лучше всего вести не разговор. Лучше взять и на бумажке для себя написать тезисы, что уникального в моем предложении. Вот что великого, такого большого, светлого и доброго я несу людям этим предложением. И начните расписывать все. Вот прямо вам задание, такой мозговой штурм. Сядьте на бумаге, напишите, начиная от экологии, вот от самого простого, начиная от пользования хорошей продукции, продолжая выгодной ценой, то, что люди будут экономить свои средства, которые они там где-то зарабатывают своим трудом, на своей работе. То есть их кровные трудовые денежки они будут экономить. И продолжая уже всем остальным там путешествия, если эти люди захотят, поймут и пойдут вот за вами этим путем. Подумайте, как реально, не понарошку, это не выдумано, как реально может измениться их жизнь, как она может преобразиться, если человек все поймет и будет делать. Я буквально вчера слушал одну даму тоже, которая сказала очень правильную мысль. А почему ты, там ее спрашивают, я же не могу человеку пообещать, допустим, что я ее через 6 месяцев приведу там, к уровню дохода 50 тысяч рублей, допустим, в месяц. Она говорит, а почему ты не можешь этого пообещать? Ты же реально расскажешь ему, как это можно сделать? Сделает он это или нет, это совсем другой вопрос. То есть станет ли он действовать по той схеме, по той системе, которую ты ему объяснишь и покажешь, это другой вопрос. Но то, что ты можешь, ты в состоянии показать эту систему, это не обсуждается. Согласны с этим? Ведь каждый из нас знает, как и какими шагами, лишь бы человек готов был принять все условия. Все условия имеется в виду согласиться на нужную интенсивность, на нужную производительность, на те нормативы, которые мы ему объявим, быть на всех 100% потребителем, ну и так далее. Вы знаете все условия, при которых человек становится успешным. И если человек прям вот загорается, если человек с полным энтузиазмом, с полной верой и отдачей начинает, почему нет? Мы же ему не Горбатого лепим. Мы же ему истинные вещи говорим, что да, действительно, вот по этой схеме, там, с помощью таких шагов, можно там за 6 или за 8, скажите, за 10 месяцев, во что вы лично верите, можно прийти к доходу там, 50 тысяч рублей. Но мы-то с вами знаем, что с программой «Бизнес плюс» это более чем реально. То есть человек становится 15%, бронзовый старт и бронзовое вознаграждение и получает 50 тысяч. Вообще без вопросов. Поэтому вы можете это обещать. То есть здесь нужно сначала убедить самого себя. И я слышал такую фразу. Прежде чем вы сможете хорошо спонсировать людей, знаете, кого вы должны первого заспонсировать? Человека, которого вы каждый день видите в зеркале. Поэтому сначала возьмите и именно в письменной форме составьте себе, постарайтесь выписать как можно больше характеристик, почему у вас уникальное бизнес-предложение, по каким параметрам, что вы несете человеку. Еще один момент, по которому мы сомневаемся и боимся, это тот момент, что лично мы не являемся в данный момент примером или образцом, или доказательством того, что это действительно может вот так произойти. Это еще момент, который многих смущает. Он не должен вас смущать. Макс нам всегда говорил, Макс Шварц, это наш великий посланник, двойной коронованный посол, он нам всегда говорил, вы поймите, если вы стесняетесь предлагать свой бизнес, предлагайте мой. Ведь это один и тот же бизнес. Мы с вами в одном бизнесе.
В конечном итоге, говорил Макс, вы ему предлагаете вакантное место бриллианта в организации, ну, в нашей обучающей системе. Вы ему предлагаете вакантное место бриллианта в Amway. Ведь бриллиантовые места в Amway все вакантные, так ведь? Вы же понимаете, что они все свободны, они не заняты. Нет такого, что в Amway есть ограниченное количество бриллиантовых мест. Там вакансий сколько хотите. Если человек готов заплатить ту цену, которую мы ему назовем, причем конкретно, не расплывчато, и возьмется и сделает, то он получит. То есть алгоритм этот известен. Весь вопрос, кто платит эту цену, кто не платит эту цену. Все. Но если говорить о том, что нужны какие-то способности, я не могу этого утверждать. Почему? Потому что за 25 лет в этом бизнесе я видел так много, настолько разных бриллиантов, что я не могу сказать, что нужны какие-то конкретные характеристики, ну, за исключением вот целеустремленности, веры, вот таких чисто человеческих качеств или лидерских, которых можно в себе воспитать. И весь процесс обучения в нашем бизнесе, он как раз и направлен на то, чтобы помочь человеку воспитать в себе эти качества. То есть, если человек не сдастся, если человек не устанет в какой-то момент, если человек не разуверится в какой-то момент, а будет настойчиво и длительно двигаться к этой цели, он рано или поздно к ней придет. Вся разница будет состоять только в сроках. Кто-то придет чуть раньше, кто-то придет чуть позже, но в Amway за скорость не платят. Ты можешь стать первым бриллиантом в своей стране, можешь стать 48-м бриллиантом в своей стране, можешь стать бриллиантом за 5 лет, можешь стать бриллиантом за 15 лет. Когда бы ты ни стал бриллиантом, ты стал бриллиантом со всеми вытекающими последствиями, со своими доходами, со своими путешествиями, со статусом, с обеспеченностью своих детей, своей семьи. Всегда. Поэтому, чтобы не было вот этого затыка, звонить. Первое, что нужно, нужно заспонсировать самого себя. Нужно объяснить себе, доказать себе убедительно, насколько ценное является, насколько ценным является твое бизнес-предложение, что ты действительно несешь человеку большую пользу. Поймет он тебя, не поймет он тебя, это совершенно другой вопрос. Что он про тебя подумает, я уже про это говорил. Если бы мы знали, насколько мало люди вообще думают о нас, мы были бы оскорблены до глубины души. Нам вечно кажется, что о нас что-то кто-то думает. Да некогда людям думать о вас. Все заняты своими личными проблемами. И второй очень важный момент. Если у нас какой-то страх или какая-то затыка, как сделать, чтобы он ушел, этот страх? Чтобы страх ушел, нужно делать то, чего ты боишься. Первый раз ты будешь умирать от страха. Второй раз тебе будет очень-очень дискомфортно. Третий раз тебе будет дискомфортно. Четвертый раз тебе будет слегка дискомфортно. Пятый раз у тебя будут еще какие-то неудобства, но их будет мало. Шестой раз ты будешь это делать спокойно. Седьмой раз ты будешь это делать с радостью. Это схема преодоления любого страха. Вот когда мы были в Орландо, там есть такой аттракцион, замок страха называется. Его называют почему-то падающий лифт, но это не лифт, это замок страха. Причем это такой действительно, он издалека его видно, что он очень страшный. Такой замок, как вот древние замки были, там же в Орландо все очень натурально. Как древние замки были, такие вот страшнючие, прям вот замок с привидениями. Он подсвечен там разными сине-фиолетовыми огнями. Вот, и вечно там крики раздаются какие-то жуткие от него за километр. И к нему длинная очередь, значит, людей, которые обреченно в этот замок страха тащатся для того, чтобы этот страх испытать. И вот когда ты заходишь, сначала тебе проигрывают такую историю, тебя запускают в лифт, такой достаточно большой, поднимают наверх. А ты сначала, когда шел к замку, ты видел, какой он огромный, он там, ну, высокий очень, до небес. И ты понимаешь, что в лифте сейчас поднимаешься на самый верх. И в это время тебе показывают по телевизору историю, как сюда там 300 лет назад зашла семья, потом случился какой-то страшный такой разряд электрический. И, в общем, эта семья пропала, а потом она превратилась в привидение. Вот сейчас они тут по замку ходят, и вдруг, значит, раскрываются двери в какой-то непонятный коридор, и потом вас заводят, усаживают на скамеечки и пристегивают вот такой железной трубой. Ну, сильно очень так прижимают, чтобы ты никуда не делся. По одной только этой трубе и по прижиму ты уже понимаешь, что сейчас будет что-то плохое. А потом этот лифт просто обрывается. Он просто с 13 этажа обрывается и просто летит с огромной скоростью невероятно вниз.
Все начинают орать дико совершенно. Все, что на тебе висит, взлетает в потолок. У меня висела камера. Она моментально оказалась вот здесь. Хорошо, что она у меня была на ремешке, как на шее, а то бы она улетела. Но когда все это прошло, и мы вышли из лифта, знаете, что мы сделали? Мы немедленно побежали занимать очередь второй раз. Потому что, когда ты однажды победил страх, в тебе потом появляется столько радости, столько восторга, что ты уже хочешь просто реально себе доказать, что фигня, как зря я всего этого боялся. Ну, в общем, это такое лирическое отступление, но тем не менее, страх уходит, когда ты делаешь то, чего ты боишься, и потом следующий, второй, третий, четвертый, пятый разы совсем не страшно. Вот Андрей пишет. Спасибо, Александр. А, это вот как раз, когда мы говорили, как приглашать на онлайн-мероприятие, что нечего делать рассылки безадресные, что нужно голосом разговаривать. И он говорит, что да, действительно, вот этот страх, а вдруг он откажется, приводит к чисто механической рассылке писем счастья, в основном для очистки совести. Ну, человек что, ну я ж позвал людей, там, кучу там смс-ок отправил, там, или в WhatsApp сообщений, и у него типа совесть чиста, он людей позвал. Да никуда ты ничего не позвал. Вот, и в итоге очень низкий показатель. Значит, было бы здорово, если бы вы поделились опытом, как грамотно отрабатывать случаи, когда после первоначальной положительной реакции на наше предложение о бизнесе человек начинает писать отговорки из серии «Я вообще-то не люблю собрания», общение с людьми в целом. У вас было такое, что вы вроде с человеком поговорили, и вроде как он такой позитивный был, он нас так прям обнадежил, мы такие радостные, а потом мы ап к нему, а он говорит, все, больше мне не звони. Я этим заниматься не буду. Я подумал. Один мне сказал, ты знаешь, я подумал холодным умом. Это очень распространенное явление. И мы это с вами хорошо знаем. А почему он такой распространенный? Дело в том, что когда человек с вами разговаривает, и если вы разговариваете очень с энтузиазмом, эмоционально, правильно, притягательно, то он воодушевляется в этот момент. Потом, когда человек уходит, у него начинается там куча вопросов в голове. Сразу появляется сомнение. Сомнения типа, а смогу ли я, а может быть я не такой, а может это не для меня, а может в моем кругу это никому не надо. И, конечно, чаще всего люди, чтобы развеять свое сомнение, идут за советом. Так мы устроены. Мы обязательно хотим еще у кого-то спросить. И мы начинаем обращаться ко всем подряд и начинаем спрашивать, слушай, мне вот тут такое предложили, вот там вы называется, ты не слышал. Вот. Ну и сами знаете, что мы из стороны советов. Поэтому советы давать мы любим, совершенно не зная часто вообще сути дела, но дать совет – это святое дело. Важно показать свою грамотность, свою осведомленность, вот, и сказать, в общем, что думаешь по этому поводу. Поэтому советчиков много, мы их называем ворами счастья, вот, ворами мечты, точнее, ворами мечты. Они крадут мечту очень легко и просто. Наше окружение не хочет, чтобы ты куда-то вообще дергался по одной простой причине, что это им вообще невыгодно, неинтересно. Вот сейчас мы все одинаковые, одна компания, а ты завтра возьмешь и станешь миллионером. Я потом не переживу такого. Ну, представляешь, вот ты взял, сказал, слушай, Александр, пойдем станем вдвоем миллионерами. Я говорю, да ну тебя, а ты пошел и стал. Это инфаркт миокарда, вот такой рубец. Инфаркт миокарда. Вот такой рубец. Это же тебе потом никогда не простишь такого. Поэтому лучше и проще осадить тебя. Сказать, слушай, что ты глуп? Сиди спокойно, не надо дергаться, нервные клетки не восстановятся. Это все вранье, это все чухня. Большинство людей так разговаривают, потому что они в основном себя успокаивают и себя отговаривают, что им это не надо. Ну, хотят и тебя заодно тоже посадить. Не потому что они такие плохие. Но вот я говорю, так устроено. Люди не переживут вашего успеха, если у вас все получится. И даже когда вы вопреки их отговорам и их критике начинаете бизнес, вы замечали, они все время спрашивают с подколом, ну что там у тебя? То есть им это не дает покоя, они не могут успокоиться. Поэтому чаще всего, когда вот эти наши кандидаты, послушав бизнес, воодушевившись, идут в свой круг общаться, иногда прям даже в семье, там муж, жена могут повлиять очень негативно, ну, из-за недостатка информации. А тогда человек будет потом находить разные отговорки. Отговорки могут быть любые. Это не для меня, я не такой, я не люблю собрания, я не люблю общения. Он может высказать самые разные. Но это все будет
чисто прикрытие. Истинная причина в том, что он пообщался, не найдя от нас правильных ответов на свои сомнения, на свои вопросы, он, значит, вот так наслушался и сдулся. Что здесь очень важно? Здесь очень важно соблюдать технологию. Технологию вы нашу знаете. Согласен, я уже как бы предвкушаю такое возражение или вопрос. Я согласен, что это не всегда просто, но это всегда надежно. Первое в этой технологии – это стараться приглашать супругов вдвоем. Нас всегда этому учили с самого начала. Если у него есть жена или муж, человек, который очень сильно влияет на нас, в наибольшей степени на нас влияет, то очень важно, чтобы они приходили или слушали вдвоем. Бывает даже часто так, что тот не тот, кого вы позвали, а именно супруг лучше реагирует. Это вам еще дополнительный плюс. Но как минимум, когда они выйдут и будут обсуждать это, ну, ваше предложение, то у них, у двоих будет одинаковая информация. А представляете, человек послушал от вас, ему все понравилось, пришел домой, а его жена, допустим, сталкивалась уже с нашим бизнесом и сталкивалась самым не лучшим образом. Ну, кто-то ее там прессовал или там кто-то ее плохо там как-то обрабатывал. Там, ну, знаете, у нас же есть такие партнеры, которые говорят, что если ты нас не понимаешь, вот там вы, то ты дурак. Все, короче, с тобой все ясно, ты конченый. Вот мы вам, вы все правильные, а ты конченый. Ну, представляете, кому, если человеку так сказали, у него какое отношение потом к Амвею? Ну, он ненавидит Амвея и всех амвеевцев вместе взятых после такой обработки. Поэтому причина не в самой компании, вы это хорошо знаете, а причина вот в неподходящем, в неграмотном, в неправильном подходе, который мог испытать человек. Поэтому люди должны быть вдвоем. Макс учил нас, кстати, вот он рассказывал всегда, как он это делал. Он говорит, вот они пришли, мы поговорили, им все понравилось, они едут домой. Я, ну, в Германии там расстояния большие, он говорит, я засекаю время, когда они приедут домой. Как только они приехали, я им звоню сразу. И спрашиваю, ну как, все удачно, я звоню, убедиться, что вы доехали, все-таки время позднее. Там, начинаю. То есть у него есть алиби, он объясняет, что он звонит, убедиться, что они благополучно доехали. Он говорит, знаете, почему я звоню? Потому что когда они сели в машину, он ей говорит, ну что, ты все поняла? Она говорит, да нифига я не поняла. Он говорит, а что ж ты вопросы не задавала? А что ты сам вопросы не задавал? И они по дороге уже поругались. Если я не успею вовремя снять негатив, или если у них возникли там какие-то непонятки, если я вовремя не сниму этот негатив, то завтра на работе они пойдут этот вопрос дальше обсуждать с другими своими коллегами. Для меня очень важно, чтобы они слышали от меня информацию. Поэтому я стараюсь упредить все это и звоню им уже вечером накануне. И спрашиваю, может быть, у вас какие-то вопросы возникли по дороге? Они говорят, да, вы знаете, вот как раз мы хотели спросить, вот мы не поняли вот это, вот это. И я им вовремя, это понимаете, насколько продуманная схема разговора, когда человек вот заранее заботится о том, чтобы ни одна мелочь, ну, как можно меньше мелочей могли бы вмешаться. Ну и второе, то, что мы всегда знаем, что нам важно с человеком назначить встречу после нашего первого разговора как можно раньше, желательно на следующий день. Вот вы его проинформировали, ну сейчас, может быть, вы в Зуме там его информировали, неважно, может быть, вживую. Постарайтесь с ним договориться на следующий день о встрече и объясните, почему. Скажите, что смотри, вот я тебе все рассказал, но по большому счету это, конечно, теория. То есть это как выглядит вообще, в принципе, наш бизнес-план, наше бизнес-предложение, какие возможности мы даем. А вот что конкретно нужно делать, как прийти к этому результату, я тебе расскажу на второй встрече. Это у нас называется вторая встреча, когда мы поговорим уже непосредственно о шагах, о бизнесе, сколько времени нужно инвестировать, каким путем пойдем, какие цели поставим. И эта встреча еще важнее первой. Создайте интригу вокруг этой встречи, чтобы он хотел на нее прийти. И тогда человек, зная заранее, что у него завтра с вами встреча, не будет завтра утром на работе со всеми об этом говорить. Потому что он заранее знает, предупрежден, что вечером он сможет это обсудить с вами. То есть вариант может быть и будет. Такое бывает, люди безудержные. Но вариантов меньше, понимаете, шансов меньше, что он полезет еще к кому-то с расспросами. Часто, ну я прям говорил людям, ты знаешь, говорю, ты наберись терпения.
Я знаю, что часто люди выходят от меня и начинают прям тут же вот тестировать на своих окружающих это бизнес-предложение. Не торопись, не торопись. Давай мы завтра встретимся, и я тебя смогу вооружить предварительно уже нормальными аргументами, и тогда ты подготовленный уже пойдешь разговаривать. Не надо торопиться, не спеши с кем-то это сейчас обсуждать. Завтра я тебя подготовлю, и я тебе расскажу, как это делается. Это во многом снижает вот вероятность того, что он пойдет там с кем-то. У Андрея вопрос уже такой, что если уже это случилось. Я вам сейчас рассказывал о том, как сделать так, чтобы вероятность того, чтобы это случилось, была маленькая. Но если все это уже случилось, и он начинает потом отмораживаться. Я обычно в таких случаях использую прямой разговор. Я говорю, допустим, Катерина, ты знаешь, у меня нет никакого желания тебя куда-то тащить, тем более против твоей воли. Это вообще не имеет никакого смысла. Уговаривать тебя. Ведь в конце концов это твоя жизнь, твои решения, да, твое будущее. Я не стану этого делать. Но при этом, вот смотри, сказать сейчас нет, это самое простое дело. Ну, нет, и закрыть дверь и пойти. То есть фактически ты сама себе закрываешь дверь. Была какая-то дорожка. Мы не знаем с тобой, как бы оно сложилось. Да, по этой дорожке, если бы мы пошли с тобой вместе, начали бы сотрудничать. И не знаем. Но из-за того, что у тысяч людей получилось, шанс, что у тебя получилось бы, он достаточно высокий. Но говоря нет, ты этот шанс отсекаешь навсегда. И никогда не сможешь узнать в будущем, а как оно могло бы быть. Что я тебе предлагаю? Я тебе еще раз говорю, я не стану ни настаивать, ни уговаривать. Но давай дадим себе шанс. Один месяц. Не принимай пока решение. Не нужно принимать окончательное решение. Давай доверься на один месяц моему опыту. Мы с тобой месяц совместно проделаем какую-то работу. Я тебе скажу четко какую. Будем работать по схеме. И если через месяц результат от нашего сотрудничества тебя не удовлетворит, я спокойно совершенно, я больше никогда не вернусь к этому разговору. Ты мне скажешь, все, Александр, как бы я попробовала, вижу не мое. И больше не хочу. Вот давай договоримся на таких условиях. Я в жизни к тебе больше с этим вопросом будем дружить, общаться, но с этим вопросом я больше никогда к тебе не подойду. Я всегда считал убежденным, для меня, по крайней мере, это очень убедительный такой разговор. И очень важно всегда простраивать вот эту вот перспективу в будущее и говорить, ты пойми, что в будущем это может стать невероятным шансом для тебя. Но ты никогда не узнаешь, станет или нет, если сейчас откажешься. Но ты можешь попробовать. Никогда не говори «нет» немедленно. Скажи через месяц, никогда не поздно сказать «нет». Скажи мне через месяц. И таким образом я хотя бы немного разворачиваю человека на свою сторону. Во-первых, я там четко абсолютно даю понять, что не собираюсь давить и не буду за ней гоняться или за ним. И во-вторых, вот стараюсь его урезонить, чтобы он понял, что просто так, не попробовав потерять шанс, это самая большая ошибка, о которой люди потом жалеют. Лучше попробовать, и чтобы не получилось, чем не попробовать, и потом всю жизнь мучиться, а вдруг получилось бы. Вот скажите вот эти вещи человеку. Лучше ты попробуй, и пусть у тебя не получится, ты скажешь через месяц, нет, не хочу, ничего ты не потерял за этот месяц. Чем ты всю жизнь потом будешь задаваться вопросом, а вдруг я смогла бы. Это очень хорошо действует. То есть у меня вот такое. Потому что вот это вот собрание, общение, это все ерунда. Если обсуждать вот эту тему там по поводу того, что я не люблю собрание, не люблю общение, нужно сказать, ты знаешь, у нас настолько универсальный бизнес, что у нас от людей, которые строят его через личное общение, до людей, которые вообще не отходят от своего смартфона, и строят его просто в интернете. Вот любые варианты промежуточные есть. Поэтому мы для тебя точно найдем ту схему, которая для тебя будет комфортная, удобная и результативная. Вот очень важно, когда вы разговариваете уверенно. Вот это очень важно. Вот уверенность в голосе, убежденность – это невероятно вот такой сильный компонент вообще лидерства и успеха. Когда вы не мямлите. Даже если вы по природе своей человек
у греков называется хамелеон тонов, низких тонов, то вы стараетесь, когда разговариваете, разговаривать как можно бодрее, разговаривать как можно убедительнее. Это очень важно. Люди, в принципе, хотят идти за уверенными в чем-то людьми. Люди не хотят идти за людьми, которые сами во всем сомневаются или сами не знают, чего хотят. Человек хочет прилепиться к кому-то и иметь наставником кого-то, кто в чем-то уверен, убежден и демонстрирует эту убежденность. Поэтому старайтесь разговаривать, понимаете, да, мы никогда не преувеличим и не врем, это само собой. Вот. Но уверенно разговаривать очень важно. Поэтому сказать, что ты знаешь, в нашем настолько универсальная бизнес-модель, что мы подберем для тебя любой вариант взаимодействия или строительства бизнеса, который тебе подойдет, будет комфортно. У нас, начиная с бизнес-кейсов, вот, да, вот сейчас продуктовые, да, мы же на клубе А70 разбираем, там, для девчонок, которым нравится косметика и там, декоративная косметика, и продолжая там, предпринимателями, которые строят бизнес. Чего хочешь есть, все. Поэтому твой путь мы отыщем. Говорить это уверенно, и ну, ему нечего будет возразить. То есть я думаю, вот на вопрос Андрея, он прям просил, чтобы я какую-нибудь тему сделал. Вот я, считаю, ответил. Ну, следующий у него вопрос очень похожий. Ну, здесь он благодарит, что все было очень хорошо. А вот как быть в ситуации, когда малознакомый человек заинтересовался нашим предложением, при этом у него есть положительный опыт даже от использования нашей продукции. Прошли с ним какие-то этапы по целям обучения продукции. Но как только дошло до первого заказа, он сливается. Перестает брать трубку, а ночью пишет пространное сообщение из серии «Я не такой, я не люблю общение с двуногими». Продукцию готов брать, но только потом, а не сейчас. Стоит ли пытаться с ним переговаривать? Видимо, он с кем-то уже пообщался. Или пока оставить его в покое, общаться на нейтральные темы. Человек мне мало знакомый. Вот смотрите, я обычно делал так, как пишет Андрей. То есть я говорил, что ты знаешь, если тебя что-то смущает, если тебя что-то останавливает, то давай отложим эту тему в сторону и просто будем продолжать общаться и дружить. Но я сегодня, вот спустя 25 лет, считаю, что это не самый лучший подход. Вначале все-таки нужно попробовать с ним откровенно переговорить. То есть нужно сказать, ты знаешь, ну опять же, приблизительно так же, как я ответил на предыдущий. Нужно сказать, ты знаешь, я понимаю, что у тебя есть какие-то сомнения, они у всех у нас были. Мы тоже многие не были убеждены, что у нас получится. Это для того, чтобы решить, получится, не получится, пойдет оно тебе там, понравится, не понравится, во-первых, это нужно попробовать. Сейчас ты не можешь судить. Ну, опять же, вот это та же самая история про то, что ты не знаешь, от чего ты отказываешься. Может быть, да, действительно, может быть, не твое. Может быть, вполне. А может, твое. А если твое? А если здесь тебя ждет большой успех, самореализация, может быть, какие-то твои таланты раскроются, может, ты станешь там крутым оратором, известным. Старайтесь, вот опять, запомните это, старайтесь рисовать ему перспективы разные. А вы знаете, когда вы рисуете ему перспективы, вы пытаетесь задеть какую-то струнку здесь. Вот вы перебираете эти струнки и смотрите, где попадете. Иногда вот мы себе даже представить не можем, какая мотивация может быть у людей. Я вспоминаю один случай очень интересный. Посланник короны летела к нам на семинар в Грецию. И вот когда я встречаю в аэропорту, значит, ну, там, сели в машину, едем, и она рассказывает, вот ты же знаешь, говорит, я какая, я у меня же на автомате, я сажусь, начинаю разговаривать. Я уже настолько привыкла, но это настолько уже стиль моей жизни за долгие годы, что я уже просто, когда вижу человека, я с ним автоматически начинаю говорить. Говорить не значит делать предложение, а говорить.
Ну и в разговоре спрашиваю, а что вы там? Женщина так немножко зажатая, говорит, ой, вы знаете, там я замужем за очень известным человеком, поэтому я вам не скажу фамилию, там ничего не скажу, чтобы вы там не догадались. Но у меня, короче, все в шоколаде, выше крыши, все есть, уже даже такая тоска, там, да, не знаю, чем себя порадовать. Короче, вот все. Она ей говорит, ну хорошо, допустим, у вас там материально все есть, вы можете себе все позволить, а вот есть какая-то заветная, такая заветная мечта, которую все же вы не реализовали, даже вот в вашем шоколадном положении. Представляете, как грамотный разговор? Она говорит, а вы никому не скажете? Она говорит, милая, кому же я расскажу, я вас даже не знаю. Она говорит, вы знаете, больше всего на свете я хочу выйти на сцену и чтобы мне аплодировали большой зал. Она говорит, дорогая, так ты по адресу тогда попала. Тебе к нам. Понимаете? Вот человек, который сказал, что у него все есть, ей ничего не надо. Она замужем за очень богатым человеком. У нее полная чаша, короче, изливается, и птичье молоко тоже. И все равно опытный человек, задавая грамотный вопрос, обнаружил какой-то момент в ее, ну, в ее душе, да, в ее желаниях, который не реализован. Она сама не реализована. Понимаете, у нее куча денег, куча возможностей, но она сама не реализованная. Это я к тому, что когда вы разговариваете с человеком о будущем и говорите, а вот представь себе, всегда говорите эту фразу. Запомните, это волшебная фраза. Я это не шуточно вам говорю. Это магическая фраза. Нас учили тренеры. А вот представь себе. Вот представь себе, мы сейчас начинаем. Представь себе, ты в перспективе становишься, может быть, в 5 раз успешнее, чем я даже. И в тебе раскрываются таланты. Может быть, ты великий оратор. А может быть, в тебе ты педагог. А может быть, в тебе есть еще какие-то навыки лидерские особенные, которые раскроются. И ты найдешь себя, ты реализуешься. Как легко сказать там, я не люблю общение, продукцию готов брать. Ну хорошо, бери продукцию, но мы найдем тебе вариант общаться по-другому. Будешь общаться со своим смартфоном, будешь общаться со своим телефоном. Мы научим тебя, как это общение сделать комфортным, приятным, интересным, даже радостным и творческим. Мы тебя научим теории поколений, мы тебе расскажем, как, какие подходы бывают к людям. Ты научишься в принципе общаться. А может быть, как раз тебе... А знаешь, как часто бывает? Очень часто бывает, что за тем, чего мы боимся, лежит какой-то наш талант нераскрытый. Создавайте такие гипотезы. Давайте человеку надежду. Я вспоминаю еще один мой наставник, бриллиант-администратор. Он говорит, когда я был в Америке, и встретился со своим оплайном там из Америки по нашей спонсорской линии. Мы едем с ним в машине, а у него огромная организация. Я не помню даже имени этого человека. Он говорит, и мы сидим так, разговариваем. А он меня спрашивает, сколько у тебя платиновых в твоей структуре? А я ему так, ну, так воображаю немножко, так говорю ему, ой, я даже не знаю, сколько у меня платиновых. Он говорит, а, ну да, круто, я тоже не знаю, сколько у меня бриллиантов. Ну и тот сразу осел. Но я, говорит, его спрашиваю, а как ты вообще достиг такого невероятного успеха? Он говорит, ты пойми, я всю жизнь людям продавал их мечту. Я людям продавал их мечту. Вот подумайте про себя, вот вы что продаете? Вы продаете дешевый магазин, или вы продаете удобный сайт, или вы продаете там экологический стиральный порошок, или вы продаете доход в 10 тысяч рублей? Вот подумайте о том, что вы продаете. Попробуйте продавать человеку его мечту. Вот как это коронованный посол, который я в пример привел, как я вот сейчас вам привел пример. А вот подумай, вот представь себе, что у тебя раскрывается какой-то талант. А вот знаешь, как часто бывает, за тем, чего мы не хотим, и чего мы остерегаемся, опасаемся, лежит наш какой-то талант. Когда меня вообще первый раз попросили выступить на школе, с презентацией. Я категорически отказался. Это был первый случай в моей жизни, когда я не пришел на школу и соврал, что я заболел. Я никогда не пропускал обучающие мероприятия. Я был очень в этом плане системный. Но когда мне сказали, все, Александр, ты, у тебя уже уровень, ты обязан выступать на школе. Я сначала отнекивался, потом, когда мне сказали, не, у тебя шансов нет, ты должен. Тогда за несколько дней до этой школы я позвонил, сказал, вы знаете, я так заболел, все, я на школу не приду. И не пошел на школу.
Я категорически не хотел выступать. Категорически не хотел выступать. А потом, когда меня стали приглашать, ну, уже, опять же, по статусу, мне уже было положено выходить и выступать на семинарах на больших, я сказал, не-не-не, вы вот это вот оставьте все, мне вот это не надо, вот это ваше там, ну, сцену, вот эти все хлопуши, ладоши, это не для меня. Вот посадите меня здесь с краешку, я свои деньги буду зарабатывать, а деньги буду получать, а вот это вот мне не надо. И категорически я не хотел этим заниматься. А потом наступил день, когда я выступал там в Ганновере перед 23 тысячами человек. Я, который в жизни не хотел вообще этим заниматься, выступать. Расскажите какую-нибудь такую историю. Что часто за тем, чего мы больше всего боимся, от чего мы не хотим, отказываемся, лежит наш какой-то талант нераскрытый. А как раз наш бизнес – это вот именно такой инкубатор или такая бизнес-среда особенная. Это ведь особенный бизнес, это ведь бизнес людей, это бизнес человеческих отношений, это среда, где вот эти таланты раскрываются в людях. И я тебе могу много потом людей показать, если ты согласишься и захочешь. Я тебя познакомлю со многими людьми, которые пришли сюда такие затертые, затюканные, никакие, сомневающиеся, боящиеся и превратились в ярких личностей, лидеров мирового масштаба, которые ведут за собой сегодня сотни тысяч людей. И ты можешь стать таким же. Представь себе. Вот что нужно дарить людям мечту. Нужно раскрывать перед людьми перспективу. Гораздо больше за вами пойдут, чем если вы будете просто предлагать хороший стиральный порошок. Люди хотят чего-то великого. Люди вообще в душе, вот внутренне, где-то глубоко в душе, каждый хочет быть героем. Вот каждого, вот кого не спроси, ну, может быть, честно и не скажут, но большинство людей все хотят быть героями в жизни. Покажите им, что здесь они могут ими стать. Иногда я прибегал к такому приему, я говорил, что, вот ты знаешь, хорошо, я тебя понял, там, ты по каким-то причинам, но ты мне все-таки скажи, вот с кем ты это обсуждал? Есть такое, что человек напрямую стесняется нам сказать, ты знаешь, вот он боится нам сказать. Я переговорил там со своим закадычным другом, у него очень негативный опыт, он вообще все обхаял, там сказал, что ваш Амвэй это вообще полный отстой, и все, у меня пропало всякое желание, вот это мой друг, и я ему доверяю, и все, я больше не хочу этим заниматься. Они так не скажут. Они скажут, ой, ты знаешь, я не хочу того, я не хочу этого. Но они скроют тот факт, что они с кем-то общаются. То есть он стесняется, он боится вам это сказать напрямую. А мы со своей стороны боимся ему сказать напрямую, что ты знаешь, я из опыта это знаю, что ты с кем-то пообщался, кто-то на тебя негативно повлиял. Скажите это напрямую. У меня есть такое чувство, что ты с кем-то... Уж очень резкая у тебя перемена настроения. Ты до этого был положительный, нормальный. Сейчас ты резко раз, обычно, из моего опыта, я знаю, такое происходит, когда человек поговорил с кем-то и получил негативную информацию, негативную обратную связь. Я говорю, если он не сознается, вот, допустим, он не сознается, или он говорит, ну да, там, да, вот, или он говорит, да нет, нет, вот я сам подумал, я говорю, хорошо, я тебе такую вещь скажу. Когда мы с кем-то общаемся и просим у кого-то совета или его мнения, вот моя точка зрения – моя точка зрения, что человек, с которым я общаюсь, должен быть экспертом. И я должен быть уверен в его экспертности. То есть у него должны быть четко, конкретно, доказуемо знания, опыт и результат в той сфере, про которую я его спрашиваю. Если он теоретик, если он где-то что-то слышал и будет мне умничать, то мне его знания не надо. Мне его мнение не нужно. Если человек меня от чего-то отговаривает, и говорит, да, оно тебе не надо, там, тра-ля-ля, то есть я ему возможный сценарий кидаю, то я ему задам вопрос, хорошо, ты меня отговариваешь, ты говоришь, что это все ерунда, дрянь, лохотрон и так далее. Окей, я соглашусь с тобой, если ты мне предложишь что-то взамен. Когда человек просто критикует и ни о чем, я не стану слушать этого человека. Если человек говорит, это дрянь, вот давай я тебе, вот у меня другое предложение есть, я стану слушать этого человека. А самый главный критерий, я тебе скажу, вот какой последний. Прежде чем согласиться и принять чье-то мнение, спроси себя. Человек, который сейчас мне советует, я бы хотел жить его жизнью. Я бы хотел поменяться с ним местами. Вот он сам, который мне сейчас советует, он живет жизнью моей мечты? Если нет, зачем я буду слушать его мнение? Не умнее ли пойти и послушать мнение тех людей, у которых есть реальный результат, к которому я сам стремлюсь? Логично? Скажите ему такие вещи. И если он с кем-то общался, если он разумный человек,
вполне возможно, эти три серьезных аргумента могут на него повлиять. И могут повлиять на его мнение, и могут вернуть его. Ну и потом то же самое, о чем я уже говорил. Давай попробуем месяц. Ну, я не буду повторяться. Если тебя все устроит и понравится, останешься. Нет, скажешь свое «нет» через месяц. Ничего не произойдет за один месяц. По крайней мере, будешь точно знать, что это не твое. Но уже уверенно. Скажешь, да, точно это не мое. Все. И я это приму. Вот так вот. Я знаю, что Андрей будет обязательно смотреть это видео. И я надеюсь, Андрей, что я ответил на ваш вопрос. Я очень хочу вам ответить, потому что вы приятный человек. Всегда комментируете мои видео. И всегда очень осознанно и очень вдумчиво комментируете. Мне это очень нравится. Следующий. Татьяна. Здравствуйте, Александр, благодарю. При первом разговоре с человеком, что он, кто он, выяснили, что он чувствует усталость, в итоге решили, что в помощь себе необходимо в рацион включать витамины. Предложила, согласилась, сказала, что подумает. Звоню через некоторое время, говорит, что сейчас очень занята, говорит, что не может, и понимаю, что нужно еще раз позвонить. Но вот вопрос в том, как все-таки подвести к осознанию и к решимости, что купить витамины важно. Вот Татьяна говорит о том, как не быть навязчивой. Потому что человек из холодного контакта, и ну, нет такой прям близкой дружеской связи, что можно было бы быть немножко таким назойливым и напористым. Вы знаете, я все равно за то, чтобы быть настойчивым, не назойливым. Потому что приставучесть и настойчивость – это две разные вещи. Я вам скажу один простой аргумент. Если вы не проявите настойчивость вот в конкретном случае или в похожем случае, то вы его 100% потеряли. Правильно? Если вы не сделаете второго подхода, если вы постесняетесь, если вы скажете, ну ладно, не хочу давить, не хочу… Вы его потеряли, все, он ушел. Это 100% потерянный человек. Если вы проявите настойчивость и сделаете еще один подход, и еще один подход, то ваши шансы возрастают до 50%. 50 на 50, да или нет? Я думаю, что 50% лучше, чем 0%. Поэтому предлагаю быть настойчивым. У меня есть два таких ярких примера. Два. У меня есть много примеров, которые я привожу. Один из них такой. Вот у меня есть партнер. Дай бог ему здоровья. Очень хорошие люди. Я их люблю и симпатизирую. Он и сегодня есть. У него была такая женщина в его окружении, предприниматель, очень деловая, очень такая конкретная женщина. И вот он к ней подошел с бизнес-предложением. Она сказала, что нет, я этим заниматься не буду, у меня свой бизнес, у меня куча дел, нет времени. Ну, в общем, как обычно, история знакомая. Тогда он сделал ее клиенткой, и она стала покупать продукцию. Через какое-то время, ну, длительное время, он ей звонит и говорит, вы знаете, там я буду делать заказ, если вам что-то надо, скажите, я в общем, заказ включу. А он говорит ему, вы знаете, спасибо, мне больше не надо. Я сама зарегистрировалась, дочку к себе зарегистрировала, у меня уже 9%, у дочки 3%, в общем, у нас все хорошо. Инфаркт миокарда. Вот такой рубец. И он прямо онемел. И он мне говорит, а как же так? А я же, знаете, что она ему сказала? Она ему прямо сказала в глаза, Юрий, вы не были достаточно настойчивым. Все, деловая прямая женщина. Юрий, вы не были достаточно настойчивым. То есть он где-то проявил немножко слабину. Не нужно перегибать палку. Не нужно так забадывать людей, чтобы они потом прятались от нас. Это тоже нехорошо. Это другая крайность. Но нужна золотая середина, нужна твердость. Не получилось у него сразу, сделанную клиенткой, принес ей два заказа. Спроси снова. Скажи там, Тамара Михайловна, вот вам уже и продукция нравится, вы и покупаете ее. И уже, я так смотрю, вы что-то много берете, наверное, кому-то уже советуете. Разве вы не осознаете, что вы исподволь уже стали делать то, что я вам предлагал? Вы это уже делаете, вам осталось только оформиться. И тогда ваши доходы будут еще сильнее, еще интереснее, еще привлекательнее. То есть нужно было сделать еще одну попытку, ненавязчивую. Поэтому в данном случае что нужно сделать? Нужно все равно разговаривать. Вот. Я хочу тебе помочь. Но чтобы мне тебе помочь, мне нужно как-то понимать ситуацию. Вот ты мне скажи, ты вначале хотела, ты вначале сказала, да, мне это нужно, жалуешься, что у тебя усталость и так далее. Я тебе конкретно предложила решение, и я тебе гарантию даю,
что ты буквально через месяц от приема, там, если Double X, например, да, ты будешь чувствовать себя принципиально по-другому. Это я тебе могу обещать. Прям реально могу обещать. Что тебя смущает? Вот скажи мне просто, что тебя смущает? Тебе кажется дорого? Здесь нужно задавать вопросы. И самый такой вопрос нужно говорить, что тебя смущает, что тебя останавливает, почему ты передумал. То есть не жевать, понимаете, и не бояться, и не пятиться, не идти на попятную. Нужно задавать прямые вопросы, но правильные. Хорошо, а скажи мне, что тебя смущает? Может быть, тебя смущает цена? Может быть, у тебя сейчас нет денег, чтобы купить эти витамины? Может быть, у тебя какие-то трудности? Может быть, тебе показалось, что это дорого? То есть вы должны вопросами разговорить человека, чтобы он вам назвал истинную причину. Потому что пока вы не знаете истинной причины, вы не можете дать правильного аргумента. Может быть, у него причина здесь, а вы своими аргументами будете бить в другую точку. Поэтому очень важно выяснить, какие моменты его смущают. Ну, я обычно людям простую историю рассказываю. Говорю, ты же понимаешь, что наш организм фактически это химический, биохимический завод, фабрика, который занимается производством огромного количества миллионов разных реакций, там, синтеза, расщепления, там, выделения энергии, воды, калорий, переработки, переваривания пищи, там, электрические импульсы, что-то только не создается. Это огромный завод. Чтобы химические реакции происходили нормально, в них должны присутствовать все компоненты в нужных количествах. Что это за компоненты? Это то, что мы получаем с пищей. То есть фактически мы-то едим почему? Мы едим потому, что нам нравится, нам вкусно, нам нравится это конкретное блюдо, время пришло, чтобы кушать. Мы поэтому едим. Но наш организм не в этом нуждается. Ему вообще наплевать, нравится вам, не нравится, время пришло. Ему нужен конкретный набор микроэлементов, витаминов, фитонутриентов, нужны калории, нужны жиры, нужны белки, нужны углеводы. Все. Ему нужны компоненты, из которых он завтра будет строить, сегодня будет строить клетки, синтезировать белки, синтезировать ферменты разные, синтезировать гормоны. Ему нужен исходный материал. Этот материал поступает к нам с пищей. Если твоя пища не богата всеми этими компонентами, значит, организму будет плохо. Вот отсюда вся твоя усталость. За 2 минуты вся теория нутрициологии. Простыми словами. Вот отсюда вся твоя усталость. Я же тебе что предлагаю? Добавь в рацион. При этом, если тебя смущает цена, то, дорогая моя, давай посчитаем. И здесь нужно знать. Просто нужно знать цену. Сколько стоит применение, скажем, Double X в сутки? И сколько стоит приблизительно набор продуктов, которые заменяют Double X? Есть же такие фильмы даже, есть даже в YouTube такие фильмы, когда пара, мужчина и женщина, заходит в супермаркет и начинает покупать продукты натуральные по составу, который вот аналогичен по содержанию Double X. И когда они выходят на кассу, потом на весь экран показывается чек. Они там, по-моему, на $1900 набрали. То есть один Double X, но там был, правда, комплекс Double X и Омега, там три каких-то продукта было. На $1900 они набрали продукты. Это вот бананами, молоком, мясом, лосось они там взяли. Ну, яблоки. Ну, в общем, все, что нужно, брали. Вот именно, чтобы те же компоненты полезные были в реальной еде. Я говорю, ты деньгами никогда это не купишь. У тебя денег столько нет. И съесть не съешь по объему. Поэтому я тебе предлагаю добавить. Это идеальное решение для всех твоих вопросов. Нужно говорить что-то существенное, что действительно может повлиять на мнение этого человека, на мышление этого человека. Я людям говорю, ты же понимаешь, компания, ну не дура, ну компания 61 год, опыт, 120 стран, они что, идиоты? Дать тебе гарантию 100% возврата денег, не будучи уверенными, что у тебя будет результат. Ну кто это сделает? Это же никто не сделает. Тем более компания с мировым опытом, с таким. За 60 лет уже бы в трубу вылетели, если бы им все продукты возвращали. Если они свободно, беспрепятственно разрешают вернуть любой продукт и дают деньги, ты понимаешь, насколько они убеждены в качестве этой продукции? У тебя не должно быть сомнений. Ну и 2 слова про Nutrilite. Что нет ни одной компании, которая могла бы сравниться ни в потенциале, ни в научном потенциале, ни в своей вот базе научной, которая за этим стоит, ни плантации, ни производства. Нет таких компаний, просто их фактически нет. Их физически нет, таких компаний, которые могли бы тягаться. И вот эта вся ваша убежденность, ну, должна сработать. Такой вопрос, прям крик души. Почему люди доходят до платины, останавливаются и больше не растут?
Море платиновых, море. Но не хотят дальше двигаться. Дойдут до платины и все. Начинают лезть в кредиты, начинают покупать квартиры, начинают покупать машины, а дальше бизнес не строят. Люди, которые приходят в этот бизнес, большинство, что греха таить. Есть, конечно, люди, которые приходят с серьезным статусом финансовым, экономическим, да, уже достигшие, у них там есть предприятия, есть бизнесы, есть какие-то серьезные доходы, и они сюда приходят в этот бизнес с большими амбициями и приходят за очень большими доходами. Они хотят стать бриллиантами, двойными бриллиантами, тройными. То есть это амбициозные люди, они есть. Но давайте будем искренне говорить, большинство, конечно, не такие. То есть основная масса людей, которые приходят в этот бизнес, это простые, обычные, нормальные люди, которые что-то делали в своей жизни, ходили на какую-то работу, зарабатывали весьма скромные деньги, среднестатистические, жили в среднестатистических условиях, ездили на среднестатистической машине и в отпуск ездили тоже среднестатистически, обычно в деревню за город. И вот они начинают прилагать усилия, они видят здесь перспективу для себя, они начинают рваться, значит, к каким-то целям, героически, значит, этого добиваются, создают команду платины. И получается, что с этого момента, когда они становятся платиновыми, они начинают жить в несколько, не просто лучше, а в несколько раз лучше, чем они жили до этого. И у них пропадает мотивация. То есть они не просто достигли того, чего хотели, когда приходили в этот бизнес, они достигли гораздо большего, они даже и не ожидали, и не рассчитывали на такой результат. То есть они, может быть, шли заработать небольшой дополнительный доход, а стали платиновыми, стали зарабатывать большие деньги, которые им позволяют и взять кредиты, и построить дом в рассрочку, конечно. И это, конечно, большая ошибка. Но у этих людей просто не было больше амбиций. Меня мои наставники учили, вот когда ты двигаешься, и ты чувствуешь, что ты уже на подходе к какой-то цели, вот скоро ты ее, ну скоро там, через месяц, через два, через полгода, ты ее уже реализуешь, в зависимости от цели. Ты обязан заранее поставить, посмотреть дальше, вперед. Какой следующий этап? У тебя должна, ты должен заботиться о своей мотивации. Люди совершают ошибку, почему? Потому что это еще и мышление, ну, вот бедных людей, необеспеченных людей. Как только у них появляются первые деньги, они их начинают сразу тратить. Богатые люди так не делают. Когда вот сколько я богатых людей знаю, истории вот людей слушаю, слежу там за какими-то бизнесменами известными. Каждый из них, вот хотите тоже понаблюдайте, когда у него появлялись первые деньги, он никогда не начинал их тратить на себя. Он тут же их начинал реинвестировать в бизнес. Есть такой Рыбаков, например, он очень известный, у него сегодня 50 заводов, он мультимиллиардер. Вот. И когда они первый свой завод такой серьезный уже создали, они стали зарабатывать большие деньги. К этому времени они все еще жили в общаге со своим другом. И к ним пришел их наставник, ну, инвестор, который первый инвестировал большие деньги в их предприятие, сказал: пацаны, ну это уже как бы это стыдно, не годится. И тогда только по его подсказке, они даже не думали, они даже не замечали этого. Они настолько увлечены бизнес-процессом, потому что для них не сами деньги, вот деньги заработать и скорее купить себе там сумочку там, или, не знаю, или iPhone. Для них нужен был бизнес, их целью был бизнес. Они, это их детище, они его растили. Они просто деньгу срубить пришли. И поэтому они даже не заметили того факта, что они уже разбогатели. Они все точно так же жили вот в этих же скудных жилищных условиях, потому что их интересовал только бизнес. А люди, которые не имеют такой философии, такого знания, они как только зарабатывают первые деньги, начинают покупать там 10 сапог. Там, ну, у меня такие случаи были. Человек только заработал первые деньги, и сразу много там курток, много сумок, много... А зачем много-то? Ты все равно их не сносишь. Просто деньги появились, и хочется себя побаловать. И вот я считаю, что это отсутствие грамотного экономического, ну даже не образования, а просто видения, подхода жизненного. Люди просто не были подготовлены к тому, чтобы обладать какими-то деньгами. И они настолько радуются, что они заработали. И некоторые платины же потом теряют свой уровень из-за этого.
Почему? Потому что вот он сделал платиновую команду. Платиновая команда – это не так, это хорошая, большая команда, но она не такая еще огромная. И вместо того, чтобы дальше усиливать, становится платинооснователем, потом вырастить еще 2-3 ножки, чтобы было надежно, человек берет кредит, влазит в это дело, там строительством дома начинает заниматься, допустим, да, а это же отвлекает сразу же. Как только он отвлекается от бизнеса, и вместо того, чтобы если он вкладывал в этот бизнес по 8 часов, по 10 часов до этого, ну, весь самоотверженно, он же на уровень шел, там, на путешествие, конечно, он пахал. А тут он раз, и, значит, пошел, кредит взял, начал домом заниматься, пока участок, пока там архитектор, ну, знаете, да, понимаете, и куча времени начинает уходить на сторону вместо бизнеса. А бизнес-то еще сырой, и бизнес начинает потихонечку откатываться. Бизнес начинает откатываться, а у него кредит, у него начинается паника, у него доход начал снижаться потихонечку. Он-то брал кредит, у него там, ну, не знаю, там, 1500-2000 долларов доход в месяц. А тут раз, они начинают потихоньку уменьшаться. У него паника начинается. А когда ты в панике, ты очень плохой строитель бизнеса. Потому что в тебе нет вот этого расслабленности, уверенности. Нет в тебе этого энтузиазма. Вот. И вот вам вся подоплека, почему такое происходит. Потому что человек финансово неграмотный, неподготовленный к обращению с деньгами, при появлении первых денег начинает их сразу тратить, сразу инвестировать в себя. Богатые люди, в смысле в себя, не в себя, а в баловство. Вот это сумки, куртки и так далее, это баловство. Потерпи немножко. Я вспоминаю, у меня был случай. Я был в Новокузнецке, а изумруды такие меня позвали, Сухарев, хорошие такие очень ребята, приятные. И он говорит, вот я тут уже там участок в лесу прикупил, там в тайге, значит, дом. И мне, говорит, один корона говорит, не торопись, не покупай дом сейчас, когда ты изумруд. Потерпи немного и купи дом, когда будешь бриллиантом. Я тебе уверяю, это будут два разных дома. Ты будешь жить вообще по-другому. Вот чуточку наберись терпения. И купи дом не сейчас на изумруде, а на бриллианте. Ты обалдеешь, насколько будет разница неба и земля. И будет совсем другая жизнь. И он абсолютно прав. Сказки, они же не зря сказываются. Вот для меня, когда Иван Царевич пошел и сжег лягушачью шкуру, не дождавшись одного дня, это очень такой наглядный урок. Мы иногда так торопимся себя побаловать чем-то, и не дожидаемся одного дня для того, чтобы свой успех застолбить, зацементировать, сделать действительно мощным и надежным. Это большая ошибка. Это просто неумение. Не надо торопиться, нужно двигаться вперед, нужно поставить себе стоящие цели. И даже если вы уже зарабатываете гораздо больше денег, чем вы рассчитывали, сделайте еще чуть-чуть. Здесь никто вас не заставит, если вы не хотите становиться бриллиантом. Здесь не нужно становиться бриллиантом. Ну, нет такой необходимости, обязанности такой нет. Вот. Но, по крайней мере, сделать такой вот уровень, даже если вы хотите платить, но все равно нужно сделать чуть побольше, чтобы запас был, чтобы надежность была в бизнесе. Тогда все будет хорошо. Ну, Наталья, я очень надеюсь, что ты будешь смотреть это видео, тебе удовлетворит ответ. Правильно я понял, что когда ты делаешь предложение разным поколениям, нужно разговаривать с ними по-разному, с учетом их ментальности. То есть я представляю себя и мой бизнес – совсем, иксу совсем не так, как игреку. Да. И у нас есть обучение в этом плане, и у кого есть доступ на российскую МВ-академию, ну, да, есть и видео на самом деле. Вот это специальное агентство, которое для по заказу МВ сделали исследование, и чтобы они сделали обучение для наших предпринимателей именно по теории поколений. Но я когда это все услышал, меня это очень сильно впечатлило. И я проанализировал и понял, что оно так и есть. Действительно, иксы, игреки, зеты, мы разговариваем на разных языках разных поколений. И если не адаптировать, это не значит, что вы должны внезапно начать разговаривать на сленге. Но понять философию этого поколения и адаптировать свой рассказ, свой разговор к потребностям, к ценностям этого поколения, это было бы очень хорошо. Поэтому по теории поколений это хорошая такая наука. Вот. По крайней мере, нужно знать, и хотя бы, когда вы сталкиваетесь с людьми совсем-совсем другого поколения, не вашего, брать это в учет, делать скидку на это, то есть делать определенные поправки в своем разговоре,
на то, что перед вами там, допустим, Y, а вы X. А там прям примеры, как составить предложение для X, как нужно предлагать бизнес Y, и даже примеры, упражнения и тесты. Ну, очень интересное обучение. Так что да, Максим, ответ да. Марианна, хочу быть успешной. Расскажите, как бизнес-план показывать. И я ответил Марианне, что у меня на канале есть несколько презентаций бизнес-плана. Можно посмотреть, как я рассказываю бизнес-план. Ну и вот сейчас 80, снова в субботу буду рассказывать бизнес-план. Вы знаете, я вам могу открыть один большой секрет. Важнее всего на первом месте – это рассказывать бизнес-план, показывать. Важно, конечно, как вы его показываете, но гораздо важнее, сколько раз вы его показываете. Количество презентаций бизнес-плана, количество людей, которых вы охватываете, количество подходов, которые вы делаете, намного важнее, чем качество того, как вы презентируете этот бизнес-план. Я это видел на практике. Я за себя могу сказать, я очень хорошо рассказываю бизнес-план. Мне самому нравится, как я рассказываю бизнес-план. Но при этом, даже если вы будете идеально рассказывать бизнес-план один раз в месяц, вы бизнес не построите. Если вы будете не совсем хорошо рассказывать бизнес-план, может быть, даже будете запинаться, может быть, даже ошибки будете делать, но будете рассказывать каждый день бизнес-план кому-то, вы построите очень большой бизнес, я вам это гарантирую. Поэтому самый большой секрет – это показывать бизнес. Я рассказывал самые разные бизнес-планы за свои 25 лет. И могу сказать, что лучше всего действует самый простой рассказ. У меня был период, когда я начал и очень стеснялся того, что я слишком какие-то банальные вещи говорю. Ну, я же из науки. Мы привыкли там, как выражаться, прям, там впечатление производить. А тут я, понимаешь, во-первых, про стиральный порошок, я очень этого стеснялся поначалу, очень сильно. Вот, про какое-то потребление, да еще плюс вот это вот все какие-то кружочки. И мне все хотелось поскорее в этом разобраться и сделать это более таким красивым, таким фельдеперсовым. И я через какое-то время, когда я уже освоился с бизнес-планом, я переделал презентацию и сделал ее такой, знаете, более такой маркетинговой, такой научной. Я начинал уже как доклад о том, что я вам сейчас покажу разные виды, проанализируем вместе разные виды и способы продвижения товара на рынок. Вот товар на рынок приходит разными путями. И начинал там рассказывать там, про традиционные магазины, там, розничную торговлю, там, про торговлю через журналы, каталоги. Там. Ну, в общем, целый обзор, короче, вот экономический рынка. У меня как ножом отрезало, люди перестали записываться. Вот до этого записывались на простой, такой туповатый бизнес-план, как мне казалось. Как только мой бизнес-план стал научным докладом, люди перестали записываться. Они перестали меня понимать. Мои спонсоры всегда мне говорили, избегай перфекционизма, старайся не быть идеальным. Если ты будешь слишком идеальным, слишком классным, слишком недостижимым, люди не захотят пойти за тобой, они не поверят, что они смогут тебя скопировать. Будь простым человеком, говори простые вещи, говори правильные вещи, но говори простым языком. Поэтому, знаете, самое важное в презентации бизнес-плана – это первое, чтобы вы его хорошо внутри понимали, чтобы вы понимали, что это за процесс. Хотя я знаю людей, которые стали платиновыми, не зная бизнес-плана. Они просто таскали толпами людей на маркетинге, который рассказывал спонсор. Но они были такими упертыми, такими хваткими, вот прям тетеньки такие. И они настолько упорно вот этих людей притаскивали пачками. А спонсор рассказывал бизнес-план. И они стали платиновыми, в путешествие даже поехали. Ну, я за то, чтобы вы знали бизнес-план, но не то, что вот без запиночки там и без зазоринки, ничего подобного, а просто, чтобы вы понимали суть. И чтобы в любой момент, когда вам начнут задавать вопросы, вы могли простыми словами объяснить, что и как. И нужно часто рассказывать. Поэтому с бизнес-планом вот такой секрет. Это чистота, с которой вы этот бизнес-план презентируете. Я всегда в пример ставлю Сеппа Майерхофа. Это бриллиант-администратор. И вот он рассказывал, как его спонсировали. А он был с дислексией. Ему было 18 лет. Он достаточно неважно учился в школе из-за дислексии. И вот ему, значит, этот бизнес-план.
И он говорит, вы знаете, я сейчас понимаю, насколько хитрой лиса был мой спонсор. Когда он понял, кто я, что я, он взял досье, открыл его прямо передо мной и прямо по этому досье стал все читать. Вот посмотрит, скажет, прочитает, задаст мне вопрос, что вам больше всего интересует в жизни, там, дополнительный доход, там, финансовая независимость. Он все читал передо мной. Я потом понял, что он все это знал идеально по памяти. Но он специально это сделал, чтобы я понял и поверил, что я тоже так смогу. Он специально продемонстрировал мне, что он все делает по шпаргалке, чтобы я поверил, что я со своей дислексией и вот со своими способностями тоже смогу так же. Поэтому всегда нужно транслировать простую модель, которая может быть скопирована. Люди должны понимать, что они завтра смогут прийти и повторить то, что вы им показали. Ариана, если вы будете когда-нибудь смотреть это видео, я надеюсь, что вы получили ответ на свой вопрос. Что уже неделю рожаю цель, ничего не получается. Я пишу, Лариса, посмотрите последнее видео про мотивацию, там, где я еще такого не говорил, и как откопать мотивацию. Мотивация – это не мысль, мотивация – это эмоция, и про то, как работать с мозгом, чтобы ее откопать, думаю, что вам поможет. А это было 5 дней назад, а это 2 дня назад. То есть через 3 дня она мне пишет, каждый день, спасибо огромное, цель найдена. Каждый день слушаю вас для поднятия настроения, теперь это мой ритуал. Ну вот видите, все работает. Через 3 дня она прослушала эти видео мотивационные, поработала, как там было предложено, со своими целями. И через 3 дня у человека все восстановилось и наладилось. А неделю назад, спасибо за эту поистине великую. Павел, благодарю вас за комментарий, за высокую оценку. Тот факт, что не все захотят слушать, это факт, что не все захотят слушать. И даже из тех, кто послушает, не все услышат. Но это есть реальная такая ситуация, с этим ничего не поделаешь и не нужно ничего делать. Потому что мы просто ищем своих. Тех, кто похоже думает и похоже слышит. Вот это тоже очень хороший комментарий, на котором мы завершим сегодняшний разговор. Здесь очень важно именно проработать большое количество людей, проинформировать. То есть пропустить через фильтр, вот через эту информацию, большое количество людей. В мире гораздо больше людей, чем нам нужно для построения успешного бизнеса. Друзья, наша беседа оборвалась внезапно, но я вам говорил уже о том, что у нас сегодня катаклизмы и перебой с электроэнергией. И я что хочу сказать, если вам понравилось что-то в этом видео, если какие-то моменты вас зацепили, может быть, что-то натолкнуло, какие-то новые понимания, открытия, если было что-то важное, то вы обязательно поделитесь своими впечатлениями, мнениями. И, конечно, если у вас есть еще какие-то вопросы, может быть, у вас есть в голове какие-то темы, которые вы хотели бы, чтобы мы осветили в следующих конференциях, в следующих видео, вы пишите об этом обязательно, и я с удовольствием это сделаю. Всех благ, удачи! Если вы впервые на этом канале, подписывайтесь на этот канал, поставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Делитесь этим видео обязательно со своими друзьями, если вам понравилось, если вы находите этот материал ценным и полезным, то обеспечьте ваших знакомых и друзей доступом к этим видео. Всего вам доброго, будем расти вместе, развиваться, обучаться и двигаться к успеху. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями и обязательно подписывайтесь на этот канал. Живите в полную силу, живите со страстью!